камчатский коллектив «Ритмы детства» из города Елизово натанцевал на гран-при международного конкурса «Признание артист». Фестиваль прошел на новогодних каникулах в Санкт-Петербурге. Также коллектив успел поучаствовать в еще одном конкурсе под названием «Триумф». Хорошо мы так выступили, очень здорово, очень горда за своих девочек. На первом конкурсе у нас 4 первых места и гран-при, и на втором конкурсе первые места 3. А на первом конкурсе у нас было 5 номеров, на втором конкурсе 4. На больших площадках выступили 27 камчатских танцоров. «Ритмы детства» вывозили на конкурсы две группы, старшую и среднюю. Нам очень сильно понравилось, особенно когда нас позвали в гранд-финал. Когда начали называть гранд-призеров, мы расстроились, потому что последнее было не наше. Но тогда вынесли прям огромную победу, и мы сразу же поняли то, что это мы. Как только нас назвали, мы сразу же побежали на сцену. Это были очень крутые эмоции. Радость, облегчение, вот это вот спокойствие, гармония. И я очень счастлива. Я очень рада, то, что мы туда вообще поехали. Я хочу еще раз туда, потому что мне это очень нравится, меня это очень интересует. Подготовка началась примерно, к началу осени. Она была очень тяжелая, но нам удалось добиться того, чего мы хотели. Во вторник, 9 января, танцоры-победители прилетели домой. В аэропорту с шариками, плакатами и цветами их встречали родители и сотрудники Елизовского центра детского творчества. Эмоции положительные. Я думаю, что каждая мать, когда выступали наши дети, не спали до 4 утра, потому что время совершенно было другое. И мы каждый просто позитив испытывали. Наша группа разрывалась от эмоций, от слез. Это очень-очень позитивно и очень, мне кажется, просто эмоционально. Приехали поддержать ребят в такой для них значимый и, просто, я считаю, уникальный момент победы в самом престижном конкурсе всероссийском. Коллектив масс-медиа «Камчатка» поздравляет руководителя и танцоров хореографического коллектива «Ритмы детства» с грандиозными результатами. Желаем еще больше побед, интересных постановок и ярких выступлений.